1 километр. Понизьте 1 километр, добавьте ему. Ставь на место, ставь, возвращай к нему сразу. Уважаемые зрители, которые пришли немножко заранее, ох, как мы далеко поехали. Как далеко мы поехали, да? Сейчас проходит квалификация перед соревнованием по тренировке. Квалификация дается минимальная возможность. Сейчас пока идет квалификация, потому что сегодня у нас две зачетные группы будут выступать. Спортсмены и любители. Ну, в данном случае и дебютант, первый раз любитель, но решился ты попробовать. Кстати, из ваших мест человек. Ну, тем не менее, молодец. Он, кстати, единственный оказался из вашего региона. Дизельные парни, передача на всегда четко включается, как мы видим. Вы сегодня увидите три серии заездов одиночных, и после чего
которые по выездам с собой в парных заездах. Это будут только спортсмены, любители на этом спина не закончится, а в то же время перерыва, я думаю, вы сможете полюбоваться специально подготовленным автомобилем, который сюда прибыл от школы поправильного рождения Сергея Овчинникова. И увидите, как тренируют ребята. Квалификации плюс 3 секунды, потому что мы видим из 45 секунд, что у нас ребята уже выехали. Специально подготовленный забор. Ой. С мотором М3, который выступает за команду Белшина. Соответственно, машина Art Motion предоставлена ОАО Белшина специально для этой команды. Тем самым команда демонстрирует, мы видим, стабильное выступление в течение всего сезона. И принципиально выступает, конечно же, машина, которая предоставляет им непосредственно ОАО Белшина. Сейчас Дмитрий Перлин, Центр контраварийной подготовки Сергея Овчинникова. Автоспорт, друзья, еще великий русский поэт сказал, кто не любит автоспорт, тот реальный идиот и так далее. Конечно, это была шутка, на самом деле давно подмечено, чем больше в стране автоспорта, тем безопаснее ее дороги, потому что наличие в стране большого развития нашей дисциплины подразумевает большое количество людей, увлекающихся этим. А они сливают адреналин вот здесь. И на дорогах спокойнее. Сейчас вы видите завершение очередного выступления. Отдали локации. Что происходит перед вами? Сначала проходит скоростная змейка. Самое главное, правильно выйти из нее, чтобы подручники под газ развернуть автомобиль ходом вперед на 180 градусов. Разворот ходом. Еще один на 180 подручник. Правильный выход. Затем, чтобы набрать скорость и правильно оттормозиться во дворике. Разворот во дворике на 180. Пилот помогает газом. Машина выходит. И далее решетка. Последовательные развороты на 180 ходом вперед. Очень важно правильно выйти, чтобы дать себе место на разворот и не потерять скорость. И еще один разворот.
И, наконец, завершающая фаза. Финиш базой. Yes. И проход. Под сброс газа, разворот. Чуть-чуть замешкался, но красиво вышел. Красиво. Красиво, но не значит быстро. Александр, приготовься, пожалуйста, к заезду. Разворот во дворике. Качественно. И решетка. И завершение, финиш базой. Как видите, все идет под первую максимум, под вторую передачу. Представляет команду Альфа Сервис. Мы видим забрендированных сегодня много машин. Это и команда чемпион, которая входит Алексей Королев и Дмитрий Баркал. Это команда, конечно же, Белшинов, которая входит Алексей Шедевок и Андрей Роденко. Это команда Форсаж, в которую входит Сергей Гайко и Владимир Полянский. Сейчас перед нами выступает серебряный призер чемпионата, завершившегося недавно. Александр Цедрик.